Всем привет, всем привет. УГВ в этом году 20 лет. А с вами МС Деловой, если кто не узнал. И поздравляю Сашу Меда с таким внушительным отрезком творческой деятельности. Респектую ему сильно, как большому энтузиасту своего дела. И, кстати говоря, в этом году дереву жизни тоже 20 лет. Но в отличие от УГВ, дерево жизни выпустили один альбом в 97 году. На этом успокоились. А вот Саша Мэтт гнёт свою линию до конца. Так что поздравляю, респект. С вами был МС Деловой. 1979 годом все деловой только родился на свет, но уже орёт. Мне был всего один год, когда в этом городе была олимпиада. Здесь думали мы живем в раю, там думали то, что мы жители ада. Я рос и впитывал идеи того недалекого времени, как влагу цветы, но железный занавес скрывал правду жизни от жителей великой страны. Мама, с утра на работу, папа, с утра на работу, меня по пути на работу ведут детсад, там нет туда неохота. Потом привык, у меня там даже был лучший друг Лёша Павлык. Первый раз, первый класс, и вот тебе на, я уже в школе ученик. Сначала октябрёнок, потом пионер, но в комсомол вступить не успел. Первым перестал носить пионерский галстук, это был ветер перемен. Внезапно подул откуда-то с запада, и мы не понимали, как это так. На стене моей комнаты появились плакаты рок-группы CDC и Scorpions. Это был знак, что нам иначе не манипулировать. С другой стороны, но зачем? Мы стали понимать спустя много лет, и все мы теперь дети перемен. Где этот мир, в котором наше детство, наш беспечный рай, он остался навсегда в наших сердцах. Мы дети перемен.